На улице 40 градусов жары. Мы уже закипели, сошли с ума, ничего не соображаем. Но вчера Берол такой молодец, принес огромный арбуз. Мы вот нарезали, присели здесь, сейчас будем охлаждаться хоть немножко. Он такой прям сочный, сахарный, сладенький. Короче, нам приятного аппетита. Ужасный солнечный дурак, приходится выходить на террасу в солнечных очках и есть холодный арбуз. Это просто наслаждение. Ням-ням. Вот красавица номер один. Короче, вот так вот мы выходим каждый вечер. Вот такие мешки с мусором. Ну, сегодня вот один. Вчера было три. Так, вторая выбегает. Отпусти ее. Вторая красавица выходит. Осталась мама и Ирада. Да? Посмотрите, что делает Эджи. Прям гимнастка. Ты маленькая еще, у тебя не получится. Голову свернешь. Эджи вон профессионально делает. Опа, вообще молодец. И нигде не занимается. Вот мама хочет ее отдать в школу. По гимнастике или куда. Молодец. И тебя тоже. Девчонки побежали папу встречать. Что-то папа сегодня раненько. О, неподъемный, просто неподъемный. У меня рука так прям напряглась. Иду, иду. Бабушка идет. Что-то Лины с Ирадой нету долго. Застряли. Вот папа приехал. Сегодня утром проснулась и вспомнила, что я покупала вот такие вот с натуральными камешками браслеты. И надела сегодня вот два. Так хорошо смотрится на руке. Нижнятина. Какая красота. Сиреневая. Такие веточки. Глаз не отвести. Очень-очень-очень красиво. Мы идем на прогулочку. Поднялся ветерок. Солнышко уже село. Очень-очень хорошо. Даже свежо, я скажу. Приятно выходить на улицу. Вот мои девчонки, я пока иду с ними одна. Сейчас подойдет мама. Вот, красавицы мои. Эджерин, жди нас, Эджерин. Тут дороги, вот отпускать их одних, как бы рисково, потому что машины. Там машина едет, осторожно. Там лапки на бетоне отпечатаны. Да, теперь можешь идти. Здесь так ездят машины, кто как хочет. Поэтому надо останавливаться и 10 раз вертеть головой. Все повылазили уже. Жара спала. Все выходят на прогулочку. Две девочки с собачками. У каждой своя. Вот побольше и поменьше. И Рада сидит, знакомится. Наша никого здесь не знает. Вот общается с новыми девочками, познакомилась. И как раз вот ее собачки, киски, слабость. Она же у нас животный мир. На дереве какие фонарики, да? Красивенькие, разноцветные. Здорово придумали. Вон везде все уже зажгли. Так атмосферненько. Дети катаются, бегают.
Гуляют, уже стемнело. Мы ждем маму. Попрыгушки. И Рада прыгает там вот в зеленом платьице Эджерин. А Альбина что-то попрыгала и вышла. Радочки ушли из парка. Просто прогуливаемся по Сате. И посмотрите, какая прелесть. У него такой взгляд. А на Паласе. А почему? Под шторочкой, да, сидит. У него такой взгляд. А где я? А почему? Ага. А почему? Милота. А такая. Это кто? Разговор с котом. Посмотрите, он никак не реагирует вообще. Гуляем вокруг да около, по травушке, муравушке. И заглядываем в окна. Ну, естественно, там, где еще не живут люди. Очень много свободных квартир. Утро, тишина, людей нет. Так классно. Никто не толкает, не орет. Там впереди что-то красивенькое. А, это карусель. Такие лошадочки. Вообще супер. Вообще красиво. Очень. Я бы сама бы прокатилась, но меня не пустят. У меня в детстве не было таких лошадок, к сожалению. Печальное детство. Сейчас детям хорошо. Смотрите, какая лошадь. Чувак подбежал, тоже закрыто все. И мы стоим, ждем с 11 часов. Как ходит нарядненько. Мы стоим здесь, читаем. Вот это вот дом шоколада. Очень интересно посмотреть, надо зайти. А вот это вот дом ведьмы. Ну, то есть все по-ведьмински. Как-то так. Какой прикол. Распыляют водичку. Но это типа, наверное, прибивает пыль, жару. Я думала, пар. Айрада говорит, это водичка. Пока центр торговый закрыт. Мы решили попить кофе или чай, не знаю. Вот здесь зашли. Выпечка всякая разная. Семит. Салатики, бутербродики. Чизкейки есть. Ну и водичка. Чай, кофе. Мы решили посидеть в кафешке. Взяли чай с лимоном, с шоколадом, плюшки и Ираде с сыром. Коснятина. Ирада фотографируется. Моделька наша. Я сидела вот в таком кресле плетеном. Мне так эта тема нравится. Я думаю, даже сама занимаюсь творчеством. Из веревок делаю корзиночки, там украшаю бутылочки, коробочки. Мне так нравится. Супер. Посмотрите, какие шляпенцы. Платформочка такая не слабая. Зашли в обувной магазин здесь. Adidas, Nike, потом вот это Lacoste и так далее. Ищу кроссовочки, но пока ничего не вижу. Ну, то, что бы я хотела. Good.
какие красивые, лимонные, с мохнатым язычком, пумовские. И еще с бобом, классные. Бабушка, смотри, это нужно показать нелюбимому человеку. Да, моим женщинам-занудам, которые все время это не так, то не так. Вот вам, получается. Есть женщины-зануды, которые пишут пакостные комментарии. Грубить вам не хочу. Я с вами буду очень вежливо. И это для вас. Нормально? Здесь ярмарка, кто на что гораст, мы туда не заходили. Идем в тот торговый центр. Вот так вот все красивенько. Небо чистейшее, синее, ни одного облачка. Мне вот нравится. Вон там вдали очень-очень-очень красивенько. Только машин много. Смотрите, кто-то что-то рассыпал. И собрались охранник и все такое. Фиксируют на телефон. Да, следят за порядочком. Зона такая перекусов. И здесь сладости и мороженое всякое разное. Очень уютненько везде. Прям так приятненько. Вот такие вот зоны, где можно сесть, посидеть, отдохнуть, перекусить. Очень здорово. Смотрите, какой гламурный, ярко-розовый. Красотища. Обалдеть. Вот такое деревце. И подвешены всякие штучки-дрючки. Вот кто-то мне говорит, что рванье – это прошлый век, это не в тренде. Вот как раз-то все это очень-очень модно. Вот шортики, пожалуйста. Такие витрины красивые. Солнечные, яркие. Короче, все для отдыха, я так понимаю. Вот ходишь по Турции и видишь вот такую ляпоту, вот такие деревья с такими обалденными цветами, белые и розовые. А как пахнет! Обалдеть! Просто шикардос, вот шикардос. Все очень зелено, все очень ярко. А, и очень хорошо пахнет. А, рисунки. Походу дети рисовали.
Какой кайф! Какие десертики, тортики. Вот что я люблю. Вообще. Чудо чудное. Очередной перекус. Взяли вот такие пироженки. Вот такую и вот такую. И морсик. И кролики с красными глазками. И что там? Морская свинка. А, это морская свинка. Какая прелесть. Ушки розовенькие. Глазки красные. И Радочка в дырочку пытается их потрогать. Ну, смотри, они укладываются спать. Смотри, да. Они все в кровать рядом. Сбрать. Обнялись в троичок, смотрите. Давай я тебя покормлю. Хочешь? Смотри, чтобы палец не откусил. Вот ты. А.